Всем привет! С вами Леся, и сегодня я хочу вам показать свои пустые баночки, которые закончились за эту неделю. Их на самом деле не так уж и много, но хочется о них рассказать вам. Вроде бы как уже традиция, да, каждую неделю банки снимать. Первое, что вам покажу, это парочка для волос от Keranova. С этой маркой я сталкиваюсь в первый раз и, наверное, последний, потому что мне не понравилось. Не могу сказать, что это плохая какая-то марка, не могу сказать, что это какие-то прям отвратительные продукты, но это очень какие-то проходные, безликие, неинтересные, скучные. Мне хотелось их поскорее добить и, ну, чтоб все, не иметь с ними дела. Во-первых, скучная упаковка. Во-вторых, скучный какой-то невнятно косметический запах. В-третьих, само действие. Оно очень-очень обычное, проходное, никакое. Ну, в общем, я считаю, во-первых, что за качество этих продуктов цена завышена. Они недорогие и так, но по 200 с чем-то рублей. Но я считаю, это и это для них дорого. Удовольствия не было от применения, хотелось поскорее добить. Ничего интересного, ничего выразительного, все как-то никак. Да. А кстати, что же это было за парочка у меня? Сияние и защита для окрашенных волос. Ну нет, это все самое обычное, ничего такого. Следующая у меня от Чистой Линии фитомаска для волос. Красота и сила крапива. Укрепляет корни, предотвращает выпадение, волосы густые, блестящие, как после салона, для ослабленных и ломких волос. Ух ты, сколько много всего написали. Такой вот тюбик, что могу сказать? Классно, что 1 минута, вот эффект за 1 минуту. Я считаю, это в ногу со временем делать какие-то продукты, маски для лица, для волос, и не знаю, которые будут действовать там 1, 3, 5 минут и все. То есть не надо, как раньше, там 15 минут держать. Это что, мне намазать маску и 15 минут стоять под душем? Ну, я не знаю, как это раньше работало, все равно наносила на 2 минуты. В общем, суть в том, что это тоже очень проходной, очень слабенький для меня продукт, аромат, ну, какой-то травяной, сладковатый, ну, нормальный. В принципе, за свою стоимость пойдет. Можно было воспользоваться. Повторять? Ну, нет. А следующее, это у меня от Корес гель для душа. Водяная лилия цветения. Ой, девочки, я могу вам сказать, что у меня с маркой Корес очень большая взаимная любовь, потому что я не так давно эту марку открыла, благодаря коробочному сервису Look Fantastic, и, в общем-то, начала приобретать продукты, и все они мне нравятся. Гель для душа классный, у него какой-то сказочный, ни на что не похожий, очень дорогой, вкусный аромат, действительно водный, цветочный, какой-то фантазийный, сразу, ну, что-то такое всплывает, полусказочное в образе, не знаю. Знаете, я вот смотрю Елену Сидорову, и она сказала как-то в пустых баночках, что продукция Корос, принятие душа, выводит на новый уровень. И я полностью согласна с ней, потому что просто когда принимаю душ с Корос, это нечто. Потрясающий аромат, классное действие продукта. И да, советую вам попробовать. Денег эта вещь своих стоит. Так, следующее, что вам покажу. Давайте, наверное, масочку для лица. Это крем-маска для лица Чистая Линия. К сожалению, вот таких вот прям описаний нигде нет, а наизусть я не помню. Ну, это вот эта вот маска с единорожкой. Новая серия, я использовала как смываемую, 5-7 минут и смываю. Безумно классная маска. Вот как смываемая, как не смываемая, я не пробовала, ничего говорить не буду, но как смываемая, это просто крутейший продукт. Лицо, во-первых, она классно пахнет, она очень-очень круто пахнет. Вот то, что мне нравится, средство для лица в виде кремов, масок, у Чистой Линии классно пахнет. Какой-то сладковато-гранатовый аромат, ну, приятный очень.
приятно было ей пользоваться. То, что 5 минут всего держать, это удобно. Она хорошо наносилась, хорошо смывалась. На самом деле этой баночки достаточно надолго хватило. И после нее такой свежий вид, знаете, такой бодрый, лицо выровненный тон такой, немножко даже поры сужает, ну вот как-то прям подтягивается лицо, все в кучку собирается. Классная маска и стоит копейки, я вам реально советую, девчонки, вот советую попробовать как ее, как смываемую. Как не смываемую я ничего не буду говорить, потому что я так не пробовала. Следующее это... У меня два крема от Yves Rocher, вот такие вот кремушки. Значит, что могу сказать, я обожаю эти крема и всегда обожала, но, к сожалению или к счастью, вот как они только появились, еще у меня был любимчик Олива и Петтигрин, они у меня просто не выходили из арсенала, мне постоянно их муж покупал, и еще я уже говорю, да не надо, ему там по акции их впихнут, то еще что-то, то в подарок в замену какую-то сделают. В общем, сколько? Года 2-2,5, они у меня просто не иссякают. И при том, что я постоянно их кому-нибудь дарю, я постоянно делюсь ими, просто безвозмездно дарю, не то что на праздники, ну просто вот как маленький презент. В общем, делюсь и сама пользую, и они не иссякают. И, честно говоря, они мне поднадоели. На аромат олива и петтигрин я вообще смотреть не могу, хотя в свое время я от него просто сходила с ума. Ну вот... Малина и мята, мне вообще аромат у Yves Rocher этот очень нравится. Это аромат чая с малиной, такой охлажденный летний вариантик. Вот этот мне крем не понравился по аромату. Это у нас лотос и шалфей. И причем у меня лежало несколько кремов, и у меня как-то рука не поднималась открыть и пробовать. Почему-то вот как-то, не знаю, предчувствие какое-то. Я их всех дарила на праздники, на дни рождения, вот просто дарила. У меня их, наверное, 5 штук было. И когда у меня остался один, я решила, что я все-таки попробую, что я людям дарю, да, что я, в общем, всем раздариваю, и мне не понравилось. Мне не понравилось, но это чисто мои какие-то загоны, можно так сказать, потому что для меня это запах 1 сентября. Вот я прям закрываю глаза и вижу 91-й год, маленькая Леся в школьной форме и белом фартучке идет в школу первый раз, несет букет. И вот знаете, когда много-много-много детей, я сейчас не знаю, как там все проходит, но вот раньше проходило как много-много детей, и у всех вот по букету в руке, и вот это вот не только розы, да, у кого там побогаче, тот розы приносил, ну, также пионы, там, что еще там, не знаю, я цветы просто не люблю, поэтому не люблю вот в букетах. И вот я чувствую запах вот этих вот пионов, астр, что там еще есть, вот именно их цветы, листву, вот здесь очень чувствуется листву, как будто бы я закрываю глаза, вокруг меня миллион-миллион этих букетов, девочки, я не люблю букеты, я вам скажу даже такой рандомный факт обо мне, то, что мне муж не дарит цветов, он знает, если мне подарят цветы, это обидки будут на месяца, потому что я ненавижу подарки, которые нельзя никак применить. Букеты цветов меня не радуют, не приводят в восторг, никак, мне вообще не мешают, то, что они стоят, напрягают, бесят, вообще зачем они нужны. Короче, я такой человек, очень специфическая девушка. Суть в том, что мне не понравился запах, вот я чувствую вот этот, как будто меня окружает миллион букетов. Я знаю, что некоторым девочкам просто до дрожи нравится этот аромат, но это не я, поэтому да. Вот этот крем я использовала на ноги, просто потому что мне запах не нравится. Он, я не скажу, что он неприятный, но это не мое, просто какое-то вот что-то меня в нем раздражает. А малину и мяту я использовала на руки. Это хорошие кремушки, во-первых, удобные упаковки, красивенькие они. Они подпитывают, увлажняют ручки, хорошо работают. Ну вот просто я вам говорю, девчонки, когда вы что-то обожаете, все равно имейте какую-то... дозу, имейте какой-то момент остановки, не покупайте эти продукты раз за разом, потому что в итоге вам это все спротивит.
Да. И еще один крем для рук от Чистая линия, радужное настроение, вот из этой единорожной серии. Я его использовала на ножки. Сейчас объясню почему. Значит, аромат здесь приятный, аромат гранатика. Ну, такого, знаете, гранатика, искусственного гранатика такого карамельного. То есть это простой бюджетный запах. В нем нет ничего такого, знаете, вау. И это несложный вот аромат, интересный. Несмотря на то, что вот этот мне не нравится запах, я признаю, что он интересный и сложный. Здесь все просто, здесь все бюджетно. И, честно говоря, для рук это скучно. Для рук это скучно, хотя он и увлажняет, подпитывает и быстро впитывается, не оставляет липкости, как и эти крема, они не оставляют ни липкости, ни жирности. То есть, в принципе, это хороший крем. Если вы не вредина в этом плане, если вы не переборчиво, если вам не принципиально крема дорогущий для рук, то вам зайдет и упаковка приятная, милая, и, в общем-то, неплохой крем для рук. Но для меня это скучно, поэтому я использовала на ноги, и замечательно у меня это все дело ушло. Честно сказать, если бы у меня не было выборов кремов для рук, был бы вот этот, я купила, я бы им и пользовалась на руки, но у меня сейчас большой ассортимент, где у меня есть крема подороже, поинтереснее, там, где реально классные ароматы, поэтому дорогие такие, то это, конечно, чего оно будет лежать, я использую на ножки, да, в общем, использовала. Следующее, это у меня мыльце от Yves Rocher, малина и мята, я уже говорила, чем мне пахнет, классное мыло, мы их постоянно берем и постоянно используем. Кстати, мне не первый раз девочки спрашивают, как это так, у меня так быстро мыло уходит. Девчонки, представьте, я нахожусь постоянно дома, у меня маленький ребенок, у меня дома домашнее животное, естественно, представляете, сколько я раз мою в день руки? Много. Плюс я готовлю 2 раза в день, утром и вечером. И это не просто пожарить яишенку, вечером это может быть и 2 и 3 блюда. То есть плюс днем я что-то делаю, и это постоянно гигиена превыше всего. Да. Так что поэтому мыло для рук они и уходят быстро. И этот кусочек он не такой же большой, там всего лишь 80 грамм. Честно сказать, когда я не жила семейной жизнью, да, я покупала кусочек мыла какой-нибудь тоже такой небольшой, он мне служил 2, а то и 3 месяца, потому что меня не было дома все время, потому что я там, ну, не знаю, где-то тусовалась, где-то гуляла, у кого-то в гостях было, то есть мне не было дома, я не делала много манипуляций каких-то дома, чтобы мыть так часто руки. Поэтому все зависит от того, чем вы занимаетесь дома, кто у вас есть дома. И, в общем, да, как-то так. Следующее у меня не закончилось, но вот я хочу вам показать текстуру, потому что мне кажется, это важно и интересно. Тут у меня осталось, на самом деле, мне, наверное, этого хватит еще на вот эту вот неделю, которая будет. Ну, не знаю, не знаю, может быть, не хватит на неделю, но мне кажется, хватит. Это, значит, крем для тела от Sephora, и это у нас Guarana. Очень хочется вам показать текстуру этого крема, потому что я хочу его посоветовать для девочек, у кого сухая кожа, для девочек, вот сейчас грядет зима, холода, у кого очень сохнет кожа. Также хочу посоветовать, девчонки, если вы беременная, я знаю, когда я была беременна, у меня жутко сохла кожа, просто чесалась до невозможности. И мне кажется, вот этот крем, он здорово вас поддержит в таких ситуациях. В мое время этого крема не было, поэтому да, вот, ну как-то мне такие ассоциации вызывает, потому что это реально баттер, и он такой густой, его вот даже просто так вот не выдавишь из тюбика, надо прилагать усилия. Смотрите, какой он такой плотный, такого он розового, пастельно-розового цвета, хотя на камере он персиковый, но это не суть, да, неважно. Он, посмотрите, вот такой вот прям плотненький такой, знаете, но при этом он не жирный, знаете, это реально такой вот плотный густой крем, который хорошо распределяется по телу. Он классно пахнет, у него такой освежающий ягодный аромат, очень приятный такой вкусный.
бодрящий, я бы сказала, интересный. Он достаточно быстро впитывается, его нужно немного, он хорошо распределяется, хорошо быстро впитывается. И после него очень-очень нежная, очень приятная, шелковистая кожа, мягкая, просто как попка младенца. Я вам реально, девчонки, хочу посоветовать этот крем, если вы страдаете вот сухостью кожи какой-то, если вот вы боитесь, что наступит зима, и вы будете прям шелушиться. Нет, обратите внимание на этот крем, цена у него вполне себе приемлемая, всего лишь 300 с чем-то рублей. Здесь 100 миллилитров хватит вам надолго. Я его открыла, конечно, рановато, при том, что у меня кожа не сухая, она нормальная, но я его уже открыла, понемножку наношу и уже использую. Раз открыла, то чего уж, да? Классный крем, он мне реально нравится, он очень-очень такой прям рабочий, поэтому обратите внимание, конечно же, до конца использую, просто хотелось вот вам сейчас показать, пока есть возможность вот просфочить текстуру. Вот, да, классный крем, допользую, уже потом выкину баночку. Это все, что хотелось вам показать, надеюсь, вам было интересно и полезно. С вами была Леся, всем пока-пока.